В Ямале за прошедший эпидсезон медики зафиксировали 1039 случаев заболевания гриппом. Все они подтверждены лабораторно. При этом почти 16% заболевших были привиты, поэтому перенесли болезнь в легкой форме. Всего же в округе вакцинацию прошли почти 50% населения. Это, по мнению врачей, помогло предотвратить эпидемию. В Ноябрьске уже готовятся к вакцинации населения.